Сегодня у нас в гостях Тимур Фазиев, успешный предприниматель, основатель и владелец компании строительной Elite House. Саламу алейкум, Тимур Байке. Ва алейкум ассалям. Рад, что вы приняли приглашение на нашу беседу. Спасибо большое за приглашение. Охватывать и быть в них достаточно развитым. И поэтому Всевышний же и говорит, что не нарушайте порядок, который я лучшими и достойными для того, чтобы воспитывать своих детей должным образом. Это был такой черный труд, а мы вне политики. Да, система проста. Сегодня уже совсем другие знания правят миром. Поэтому ваша задача – сегодняшние инструменты изучать. То есть у человека должен быть кредит доверия очень высокий. Поэтому жизнь такая – даешь знания, получишь еще больше знания.